Привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня я снимаю покупки из зоомагазина. Последние покупки из зоомагазина я их снимала еще в ноябре, поэтому я не так часто покупаю животным какие-то корм, лакомства и все такое. Вот. Ну что ж, давайте мы начнем. Это легкое говяжье для Лёли от фирмы Titbit. Вот такое. Это корм на чур. Такой вот корм премиум. Потому что шустрик начал выгрызать себе шерсть и говорят, что это недостаток витамина. Я решила поменять ему корм на более хороший. Сейчас тут найду состав. Минуточку. Смотрите, здесь на русском. Вот. Как надо, почитайте, если вам нужно будет, отсвечивает. Вот. Давайте приступим дальше. Сейчас, подождите, кстати, покажу вам. Внутри он выглядит вот так вот. Вот такой вот. Раны какие-то. Дальше я купила кондиционер антисептический для аквариума. Такой вот. Это я купила новых рыбок вместе с этими покупками и купила кондиционер. Давайте сейчас вам покажу новых рыбок. Так, ребята, первые две рыбки — это вот эти вот акулки, которые плавают. Вон там вот. В скалярии у меня были. Вот они. Вон они. То вот эти рыбки, не помню, как они называются. Они красивенькие. Сейчас покажу вам, может, поближе получится. Это мой карп. Такс. Еще купила я меченосца маленького. Вон он там желтенький, оранжевый плавает. У меня еще губы появились. Вон они. Скалярия всегда хочет быть впереди. Всего. Вон она какая-то плавает. Я не помню, как она называется. И вон те две акулки такие. Они достаточно большие вырастают. Еще я была в Ашане. Купила пеленки одноразовые. Каждый день вот такие вот для Лёли. 60/45 штук. Потом там же купила поглотитель запаха. Антисепт Део плюс для собак. Ну, ликвидатор запаха. Вот такой вот. Писи Клозет. Что такое? Вот. Тут способы применения, все такое. Читать вам не буду. И еще консерва от фирмы Брит. Вот такая вот консерва. Говядина и печень. Это для Миши. Я ему в еду иногда добавляю. Состав. Вот. Не обращайте внимания на мой ноготь. Это так. Делать ничего было. Говядина, печень говяжья, субпродукты мясные, морковь, желирующая добавка. Ну, в общем, вот, почитайте, а то долго затянется это все. Все, вот такая вот консерва. Ну, ребят, не переключайтесь пока что. Я хочу устроить конкурс на рисунок вашего питомца от меня. Сейчас, в данный момент, чтобы вы понимали, я вот рисую собачку, чтобы вы видели. Вот. Сейчас вам покажу еще наши рисунки. Я устраиваю конкурс на рисунок вашего питомца от меня карандашом цветным, вот такой, типа вот такого. Вот у меня еще есть на листе А4 без отправки. Если вы захотите, чтобы я вам отправила рисунок, то вы уже должны будете платить отдельно за доставку, но там уже решим. ВКонтакте, если чтобы не писать. Вот. Правила я вам расскажу в следующем видео. А пока что всем пока-пока.